Это самые нежные маффины на Кока-Коле, которые вы когда-либо пробовали. Поверьте, они вкуснее магазинных. Настолько воздушные и пушистые, что просто тают во рту. И причем готовятся легко и просто. Для начала мы яйца и сахар слегка взбиваем. Далее добавляем размягченное сливочное масло и все хорошо перемешиваем. Далее вливаем Кока-Колу. Не пугайтесь, если образуются масляные комочки, это нормально, они потом уйдут. В муку добавляем разрыхлитель и какао-порошок и все хорошо просеиваем. Тесто у нас получается не густым, примерно как на жидкие оладьи. Обязательно берите также бумажные формочки, так как маффины очень нежные. В середину можно положить начинку. Мне больше нравится без. И далее маффины выпекаем в духовке, а теперь делаем глазурь. Смешиваем сахарную пудру, какао-порошок и примерно 4-5 ложек кока-колы. Ориентируйтесь на густоту самой глазури. Она не должна быть жидкой. Остывшие маффины покрываем глазурью и наслаждаемся. Приятного всем аппетита!